Ну что ж, можно подвести итоги проделанной работы от 9 мая 2006 года. Уже прошло почти полтора года, как мы приступили к работе по росписи храма. Вот за эти полтора года сделано более 700 квадратных метров живописи. Некоторые площади переписывались несколько раз. Вот. Некоторые композиции немножко изменялись, вот, добавлялось, убиралось, чтобы все читалось в целом, вот, и смотрелось большим, целостной большой композицией. У нас было приблизительно 14 художников, которых мне удалось собрать, самых талантливых ребят. Вот, половина из них мои ученики, вот, окончившие Ивано-Франковский институт искусств. Вот, значит, работали, не покладая сил, не жалея себя, иногда по 14-15 часов в сутки. Иногда вообще не ходили на работу, так как невозможно работать в одинаковом темпе и ритме. Приходилось писать разные вещи, начинали писать всю композицию из купола. Вот, это 9 мая мы приступили к работе. Вот, и начали с разметки, где же найти центральную ось купола. Вот, с этого все и началось. Вот, вынесли все краски. Вот, нас вначале были 5 человек. Это Степан Асташа, Андрей Бойчук, Роман Гургула и я, Владимир Серко. Потом приехала Людмила. Моя жена Людмила Серко, она делала в куполе всю позолоту. Вот. Значит, в куполе мы работали почти 3 месяца. Вот. И всегда кое-что приходилось переделывать. То так, не так, то так, не так. Вот. Особенно цветовая гамма. Очень сложно было организовать в цвете. Небо переписывалось несколько раз. Растяжки делались также несколько раз. Вот, сложно было найти композицию крестиков, вот, ритм их, чтобы они по вертикали, по горизонтали скорачивались, сужались. Вот, и лучи золотые, так когда пришлось это все рассчитывать точно, чтобы уже получилось. В конце концов, когда мы сделали лучи, вот, и сделали крестики, смотрим, нет какого-то линии, какой-то подвесной линии, вот, которая бы отрезала купол от нижней части. Вот, и пришлось, так сказать, на ходу Анатолия Гайдамаки придумывать орнамент. Вот, он сделал хорошие картоны, и мы поставили, это было как раз то, что надо. Это была черта подведена, как раз переплет этот орнамент, а дубовые листья и разные там листики, это можно... Вот, они так вписались, очень-очень даже хорошо вписались, и это было, для нас это было как раз то, что надо. Вот, я удивляюсь иногда таким решением, прямо сказать можно моментальным решением, которое попадает в десятку прямо. Это Анатолий Васильевич, у него насчет этого очень-очень развитые чувства и композиции, и очень талантливый он в этом плане. Вот. Нам повезло просто, что у нас такой хороший и продюсер, и учитель даже, можно было бы сказать. Вот. Многое чего мы узнали за 10 лет работы с Анатолием Васильевичем. У нас очень много получилось хороших творческих вещей. Вот. Начали мы работать, значит, с Анатолием Васильевичем, с Гайдамакой в таком альянсе, как мы сейчас делаем, уже почти 10 лет тому назад, с 97 года. Да, уже 11 год ушел. Вот. Тогда он предложил работу в Македонии. Вот. Это была для нас большая школа, работа в Македонии. Мы сделали там большой иконостас. Вот. 16 метров ширины был, тоже на 9 почти высоты. Вот. И плюс 170 квадратных метров росписи – это золотом и орнаментальные композиции, ну и фигурные, 2 фигурные композиции я делал.
Вот, значит, залатили четыре купола маленьких и кое-что делали в большом куполе. Вот, на парусах, шрифты, это много сусального золота положили. Вот, если говорить о росписях. Кроме этого, мы изучили как раз искусство македонцев, как они расписывали свои храмы. Это просто уникальное явление, я бы вообще в мировой истории искусства. Это храмы 12 века, особенно Курбинова, храм Курбинова. Маленький храм, он небольшой, метров 12 длиной, вот, как обыкновенный домик. Но насколько там такие росписи сделаны, это видно, что профессионалы делали, греки. Вот, живописцы, действительно живописцы. Они этот декоративный цвет ложили, но там можно всю теорию цвета изучить. И температурные соотношения света к тени, и контрасты дополнительные, значит, контрасты, там масса дополнительных цветов имеется в виду. Вот, контрасты по линии, контрасты форм, вот, контрасты пятен, одновременные цветовые контрасты. Там просто действительно школа, которая, к сожалению, вот, у нас не изучается. У нас более всего изучается форма как таковая, сюжет. Вот. А как подать монументальную живопись цветом, это уже вопрос очень сложный. Потому что все-таки живопись – это наука. Вот. А монументальная живопись – это сделать так, чтобы храм не просто раздробить на отдельные композиции, не просто истребить саму архитектуру, а наоборот. Все должно работать на архитектуру, и храм должен быть целостный, гармонический ансамбль архитектуры и живописи, монументальная живопись. Мы сейчас много очень видим таких вещей, которые расписываются, которые делаются в храмах. Это просто станковые иконы, станковая живопись переносится на стену. Вот. И большая становится огромная композиция. Но она все-таки станковая, там нет восприятия этой композиции на расстоянии, там она или черная, или выбеленная. Вот мы имеем яркий пример такому писанию, например, в Херсонесе, в Владимирском соборе. Колоссальный собор, архитектура уникальнейшая. Вот, выстоял все-таки, все времена выстоял, так сказать, все войны, все периоды. Вот, ну и в конце концов вот президент Кучма взял и расписал. Вот, все знают, что он расписывал, так как он это дело курировал. Ну и что сделали? Сделали орнаментов настолько много, вот, настолько много там и положено же золото, и настолько там такой трэш какой-то получился, все разбитое. И плюс это живопись, станковая живопись. Серая, абсолютно серая, на стенах. Она совсем не считается с этим жестким орнаментом. Это квадратный кубический орнамент, он уже совсем не считается в такой архитектуре. Нужно было бы сделать большие, монументальные работы, вот, с акцентом на композиции все-таки, а не на орнамент. Ну, это чисто мое мнение, как я бы видел этот храм. Ну, он меня поразил дважды. Поразил сперва, когда я увидел его еще в 80-м году. Вот, почти в таком состоянии потрепанном состоянии. Вот. А другой раз уже удивил середины с росписями своими. Наоборот. Вот. Такая архитектура и такое исполнение. Исполнение, конечно, отличное. Там очень добросовестно поработали художники. Вот, и само исполнение, техническое исполнение. Но концепция, я считаю, что концепция не очень удачная. К сожалению, у нас всюду вот такие храмы строятся. И так, то есть такие храмы расписываются в таком направлении. Вот. А уже изучить византийское искусство, изучить 12 век, 13 и мозаики византийские, 9 век, изучить бы было неплохо каждому художнику и попробовать в этом плане немножко работать. Вот.
И расширяется совсем другое видение искусства, самопонимание Византии, оно потом будет влиять на дальнейшее творчество. Вот. Интересно, вот если брать почти византийскую живопись, можно посмотреть, как монументально решается живопись в Кириллевской церкви в Киеве. Вот насколько Врубель сделал там отличнейшие композиции. Они и декоративные, и монументальные, и они как символ. Вот, все-таки это не портрет там, какого-то святого точный, вот, не хорошее личико, написанное в ангела, не удачно, значит, сложенные ручки там, или что там такое в этом роде, или драпировочки не очень хорошо выписаны. Не в этом дело, конечно. Вот, дело в том, чтобы создать образ, который должен нести. Который должен нести мысли, который должен нести энергетику для людей, которые входят в храм, который должен успокаивать, вот, давать человеку возможность самозаглубления, вот, самоосознания, вот, и, а не вызывать какие-то чувства, вот, радости там, или горести или чего-то такого. Вот, икона должна прежде всего успокаивать человека и его, значит, нацеливать на молитву, вот, на обращение к Богу. Вот. Для нас, для художников, каждая работа на стене, вот, это и есть наша молитва. Мы как раз возле своей работы в храме даже какое-то происходит очищение. Вот, постоянное работа в храме колоссально влияет на мировоззрение художника, на его поведение, ну и в целом на жизнь. Вот, даже интересный вот такой вот случай, вот, почти смешной, но все-таки я верю, что это так. Вот, а случай какой обычный? Вот, мы уже работали целый год в храме. Вот. В прошлом году есть такой аппарат, который значит, измеряет энергетическое состояние человека. Вот. Там, значит, ложатся две руки и определяют возраст человека. Вот и мне довелось в прошлом году положить эти руки, и мне сказали, что мой возраст соответствует моей энергетике. Ну хорошо, это было в прошлом году. В этом году, вот, уже особенно почувствовалась энергетика в церкви, когда был освящен престол. Вот. И где-то так через месяц мне довелось опять почти в том же самом месте с друзьями, вот, измерить свою энергетику. Мне сказали, вы знаете, вы сейчас энергетический донор. Я кажу, как это понимать? У вас возраст 10-15 лет. Ну, так что вот работа в храме мне позволила сбросить почти 30 лет. Вот это, я думаю, может ошибка какая-то. Опять измерил энергетику. То же самое. Ну, хорошо. Вот, и значит, поэтому я считаю, что вот само освящение престола, вот, само место этого храма, вот, очень удачное, вот, оно есть здесь большой позитив, и здесь есть ну, приятное ощущение даже в работе, когда работаешь, вот, нет такой усталости, хотя жара, конечно, она добивает всех, вот, сколько пота ушло, вот, во время работы, это не описать. Вот, работаем почти раздетые. Энергетика и место храма очень удачно выбрано. Угу. Вот, а храм построен как раз на берегу моря, на возвышенности. Вот, с окон видно прекрасно пейзажи. Вот, с правой стороны у нас большая гора Димирджи. Вот, слева к морю уходит далеко на горизонте Аюдаг. Вот, и там далеко-далеко видно Меганом, вообще сзади слева на восходе. Вот. Интересное очень место, хорошее положение, расположение удачное, я считаю. Вот. Ну и,
церковь все-таки стоит на море, и поэтому сама концепция, сам задум был сделать ее на морскую тематику, как символ, церковь-маяк, вот, а идея как церковь святого Николая Мирликийского, который есть заступитель на водах, вот, и всех путешественников. Вот. И также здесь рассчитывался такой небольшой комплекс, мемориал памяти всем погибшим на водах. Вот. Значит, обращаясь к морской тематике, у нас есть две центральные композиции. Вот. Две центральные композиции как раз о большом потопе. Это композиция с Ноем. Вот. Потоп так и называется. Вот, когда здесь изображены все звери, которые выходят на ковчег. Вот. Каждой твари по паре. Вот. Ной – это как очищение всего человечества от грехопадения. Вот. Это также символ нового человека, символ чистоты. И здесь, поэтому мы и выбрали эту композицию, что оно связано и с морем, вот, и как бы к возвращениям человечества, к новому этапу, к периоду своего развития. Вот, значит, это начинается потоп, это с левой стороны у нас, с южной стороны фасада. Вот, у нас уже та же тематика с Ноем, но уже выход Ноя из ковчега. Вот, уже расцвели горы, уже голубь принес ветвь вот, из дерева, что есть уже первые деревья, и Ной выпускает своих зверей, вот, не своих, вот, земных зверей уже на землю. Вот, значит, также большой праздник, совсем другая гамма, радуга, лучи солнца, вот, земля. Вот, все такое торжественное событие, вот, и торжественные цвета. Значит, также море присуще в композиции «Страшный суд». Вот, также здесь утопленники поднимаются с пучины моря. Вот, и также здесь изображено волнистое море. Это «Страшный суд», «Страшный день». Море играет, утопленники и воскресшие просят о прощении грехов. И архангел стоит вот, и будет зачитывать, вот, будет просить страшный суд о прощении грехов и будет распределять, кто на что заслужил, кому в ад, кому в рай. Вот. Композиция здесь изображена в красных таких огненных цветах. Вот. Сам архангел, строгий, сторожающий человек. Ну, еще не удалось до конца состояние его передать. Должен быть такой судья, самый-самый справедливый. Вот. Ну, и от него будет исходить такой свет, который передается на горы. Вот, на всех присущих там, на утопленников и так далее. Вот, в композиции также есть элемент ада, это звери, которые пожирают сами себя. Вот, есть также другая композиция, это стикс, вот, Харон, перевозящий через стикс души умерших. Вот. Значит, над этими композициями нам, вот, например, Ноя довелось переписывать другой раз, так как, когда сняли леса, увидели, что композиции недостаточно насыщенные в цвете и недостаточно насыщенные по самой композиции. Вот. Немного элементов.
И цвет как-то растворялся полностью в пространстве. Очень пустоватые они выглядели. Ну, пришлось наново почти полностью переписать. Взять хорошо в цвете, взять сильно контрастные вещи. Вот уже исправили, очень неплохо даже смотрится. Вот очень сложно расписать храм в таком объеме. Вот каждый день хочется что-то переписать. Вот, когда снимаешь леса, это же по ярусах снимаются леса, вот, и уже открывается что-то. Сблизи смотришь, хорошо, издали смотришь, что-то теряется, что-то выпрыгивает вот, из общего тона, из цветовой гаммы. Что-то нужно изменять, поэтому переписывались, по несколько раз переписывались одни и те же вещи. Вот, ну, кажется, мы уже достигли какого-то такого допустимого уровня, вот, потому что совершенству нет предела, как говорят. Можно писать до бесконечности. И каждый день ты будешь переписывать, и, возможно, будет улучшаться работа, но, возможно, и совсем другой исход. Вот. Живопись. Угу. Если брать состояние самого художника, что он чувствует, когда пишет. Вот бывают такие моменты, когда вот композиция, например, «Страшный суд». Вот сегодня ты приходишь к композиции, но не можешь писать, допустим, «Архангела». Ты ждешь, когда придет то чувство, что ты возьмешься и его напишешь. Оно может быть день, два, три, неделю. Вот. Ты как-то к нему обратишься, что-то напишешь. Нет, еще что-то тебя не пускает. Что-то останавливает, что-то ты думаешь, что-то ищешь. В конце концов, приходит состояние, ты можешь сделать это буквально за день. Вот. Опять-таки, идешь к стене, смотришь, чем-то недоволен. Возвращается, допустим, к каким-то деталям. Потом опять к общему, опять к деталям. Вот. И очень, очень сложно себя настраивать. Особенно, когда вот в церкви бывали такие случаи, что в церкви все гудит. Там шлифуют, там устанавливают что-то, там лесами бьют, там эти болгарки гудят, жужжат, там пылесос включен. Это просто был кошмар. Но как-то мы выдержали, ребята исходили из себя полностью, менялись мы местами. Вот, одни отдыхали, другие приезжали, нас было больше 14 человек. Ну, все работали на износ практически. И главное, что сроки. Нас постоянно требовали сроки быстро, быстро, быстро. Для художника это убийство просто. Вот, делать в сроки какие-то. Вот. Иногда приходилось делать без никакого вдохновения, просто чтобы сделать работу, закрасить стену. Но это кошмар какой-то. Вот. Но все-таки потом опять возвращаешься к тому, что сроки отменяются, и ты опять ту стенку, которую закрасил тупо, берешь и уже тогда пишешь. Вот такой процесс сложный. Зачем сроки? Кому сколько уже можно терпеть вот эти вещи, которые нужно сделать что-то к какому-то празднику? Что-то. Это как в советские времена. Вот, конечно, хочется быстро сделать, но храмы расписываются долго. Вот, как говорится, строится веками, веками стоит. На века будет, веками служить будет народу, потому что храм все-таки это есть произведение искусства, если брать по большому счету. Какая прекрасная архитектура, вот, и фасады украшены колоссальными мозаиками, вот, сколько много труда возложено, и сколько энергетики потрачено, и сколько воздаст потом этот храм для людей, для народа. Этот же храм будет воспитывать много поколений, поэтому нужно серьезно относиться к исполнению своей работы. Вот. И она должна все-таки быть писана с вдохновением каким-то, вот, с чувством, вот, с верой, вот, и с тонкостью исполнения. Вот, хотелось бы поблагодарить всех своих коллег, всех своих ребят, которые работали со мной на протяжении полтора года. Особенно поблагодарить ребят, которые резали иконостас. Вот, иконостас создавался больше, чем 3 года. Вот, на протяжении 3 лет вместе с иконостасом, вместе с дверьми, вот, и престолом, тетраподом, вот, мы работали 3 года.
Вот. Интересно, что можно сейчас взять буклет, вот, и посмотреть, что в буклете четко написано, что интерьерные работы все исполнял совсем другой автор, вот, который вообще ничего не исполнял, а только руководил. Вот. А мастеров никто не записывает. Вот. Обидно, конечно. Но думаем, что, может, такие вот ошибки будут исправлены. Ну и для нас урок. Вот. Будем жестко держать свою линию обороны. Значит, иконостас у нас сделан из трех материалов, четырех материалов древесины. Вот. Это в первую очередь черешня, ценная порода дерева, другое – дуб, третье – липа и четвертое – это сосна. Значит, все вещи здесь, которые позолочены в иконостасе, это сделаны из липы, золото поставлено на левказ. Жаль, конечно, что опять все-таки не хватает у нас сосального золота, вот, или кому-то не хватает финансирования для того, чтобы сделать иконостас сусальным золотом, а не поталью. Мы сделали поталью, это шлак металл, можно его, другое название, поталь. Вот. Ну, оно гарантии лет 25, не больше. Вот. А потом опять нужно будет набирать мастеров, чтобы перезалачивать этот весь иконостас. Ну, думаю, что 30 лет будет стоять блестеть. А потом уже придется все-таки сосальным золотом. У нас бывают такие случаи, что даже в самых маленьких церквях много иконостасов есть сделаны сусальным золотом. Вот. А здесь такой храм, вот, не смог сделать. Жаль, опять все-таки жаль. Но будем надеяться, что будет позолочено сусальным золотом. Потому что на интерьеры хватило материала, так сказать. Это более 80 квадратных метров сусального золота положено. Вот, в сам купол почти 40 метров квадратных, в самому куполу, в самом куполе положено. Вот. Итак, иконостас у нас состоит из основных трех частей, так сказать. Это крест, центральная часть. Вторая часть – это иконы с праздниками, верхняя часть иконостаса. И иконы, наместные иконы – это средняя часть. Самая нижняя часть – это есть у нас старозаветный ряд. Старозаветный ряд, но вместо старозаветных икон там есть декоративные композиции, сделанные из интарсии по дереву. Центральная часть иконостаса – это резной крест, резан из черешни, вот, на каркасе с дуба. Иконостас делался на протяжении 3 лет. Вот, главные художники, которые создавали иконостас, будем считать так, что центральная композиция – это есть царские врата. Вот, царские врата создавали с одним художником почти лет. Это Владимир Кузьмич. Вот. Очень-очень талантливый резчик по дереву. Он закончил институт художественный в Ивано-Франковске. Тогда на это время это был педагогический институт в университете, факультет художественно-графический. Я там преподавал как раз живопись, и мы знакомы с ним еще со студенческих лет, когда я преподавал, он был студентом. Вот, сейчас мало ребят, которые после окончания института как раз работают в таком плане, в такой специальности. В основном все ударяются в какой-то бизнес. Вот. А работать сложно, работа малооплачиваемая, но в бизнесе, конечно, можно достичь большего успеха. Но есть энтузиасты, вот, которые с упорством работают все-таки, чтобы не перевелось это искусство, искусство резьбы. Вот. Много учеников появилось у Владимира. Вот. Приходят ребята, он также когда-то преподавал в школе и вел кружок резчиков по дереву.
к нему приходили ребята, и много есть уже ребят, которые заинтересовались резьбой. И у нас дома я вижу, что это искусство не умрет никогда. Когда все-таки много людей будет разбираться в этом, много их хочет резать, много хочет создавать что-то. Это все-таки пластика в дереве, она очень-очень затягивает. Это живой материал, это не какой-то пластмасс, не какие-то, как мы сейчас видим, много вещей делаются в иконостасах из пенопласта даже. Просто красят пенопласт, потом позолотят и говорят, что это резьба. Это сразу чувствуется, мертвый материал. Он отталкивает. А это живое дерево, тем более, что многие вещи мы делаем из чистого дерева. Вот черешня вся у нас чистая. Она живая, она цвет, натуральный цвет черешни, он такой красноватый. Очень-очень отлично сочетается с золотом. Вот, очень такое удачное решение. Вот принятое как раз Гайдамакой, так как он руководитель этого проекта, он это прочувствовал, вот, состояние, как будет влиять цвет один с другим, как будет чувствовать себя белый цвет самого фона иконостаса. Вот, иконы в иконостас написала Лариса Мищенко, вот, она также трудилась много над иконами, выбиралась. Вот, и также нужно было в комплексе решать, чтобы роспись, вот, монументальная роспись, также была гармоничной, в созвучии с иконами, чтобы они не выпадали, и чтобы не очень так отличались по стилю, по манере исполнения, вот, по идее, сюжетам. Ну, сюжеты другие, конечно, но также были в стиле, так сказать, написаны в едином ключе. Вот. Дальше что хотелось бы сказать? Вот, хотелось бы сказать кое-что о престоле. Вот, также престол ушло много времени и материала на изготовление самого престола. Делали около 4 композиций престола. Вот, решали, как. Вот, это опять-таки ждешь время, когда придет состояние, когда ты можешь сесть и сделать проект престола. Это же центральная алтарная часть, это алтарь, это самое-самое-самое ценное, самое сердце церкви. Вот. Это самая также ответственная работа, даже более ответственная, чем иконостас. И что-то опять не пускает, состояние не то, обстановка не та. И проект, сам проект занял почти 3 месяца, чтобы его как-то сделать то, и сделать так, чтобы состояние души уже умиротворилось, так сказать, ну, чтобы уже был спокойный за свою работу. Вот. И все-таки потом опять, вот, когда был окончен уже проект престола, Анатолий Васильевич Гайдамака, 2-3 слова, 2-3 штриха, и это как раз то, что нужно. Он смотрит на это свежим глазом, смотрит на это решение совсем по-другому, под другим углом. Ну и вникает в работу, и как раз эти немножечко дополнения, это как раз последние штрихи, которые делают работу почти произведением искусства. Вот. Ну, также, ребята, мы престол делали вот, также с очень хорошим резчиком, с Женей, с Ивана Франковского, он работает в Институте культуры. Преподает там резьбу. Вот. И отличный резчик. Он сделал уже много резьбы, много иконостасов сделал. Вот, кстати, это тоже о количестве иконостасов. У нас этот иконостас уже по счету даже не помню какой. Вот, ну, кажется, 6-й иконостас. Так как мы работаем уже с иконостасами, мы работаем больше 12 лет. Вот, чисто по иконостасу. А живописью церковной я занимаюсь уже с 2-го курса института. Вот, мне очень повезло, так сказать, с учителем, который меня направил и дал понятие о иконе, о живописи церковной, что это такое вообще. Он пригласил меня в церковь, видел мои работы. Вот. Ярослав Лашкив, его фамилия. Вот.
Он священником работал еще во время Второй мировой войны. Вот. Он даже был в канцелярии Степана Бандеры. Вот, работал там писарем. Вот. Уникальное явление. Это один из тех священников, которые очень ревностно относились к вере. Вот, очень яркая личность. Вот, очень верующий священник, глубоко верующий. Сейчас трудно даже таких встретить. Много, много священников, которые вообще не веруют ничего. Для них это почти бизнес просто. Вот. Это был глубоко верующий человек, который объяснил мне вот, общие принципы, общие значит, засады работы в церкви. Вот. Там я познакомился с работами колоссального украинского живописца Корнила Устияновича. Это мировое имя. Это иконы сохранились с 1870-х годов вот, в церкви. Это Ивано-Франковской области. Корнил Устьянович расписал несколько церквей. Вот, и уникальные иконы. Это произведение искусства высочайшего уровня. Это можно приравнивать его церковную живопись, можно спокойно приравнивать таким работам, какие Врубель написал в Кириллевской церкви. Вот, или как Васнецов написал. Это почти тот же уровень, только опять интересно, что его никто не рекламирует. Вот его работы нигде не публикуются, вот, потому что это украинский колоссальный культурный пласт, который кому-то невыгодно, наверное, засвечивать или показывать. Это целая школа живописи XIX века. Вот. Так же, как мы совсем ничего не знаем о церковной живописи Ивана Труша, вот, так же, как и не знаем о церковной живописи Новокиевского, вот, так же мы мало знаем о церковной живописи такого колоссального колосса украинского, вот, Устияновича Корнила. Вот как раз этот священник, Ярослав, отец Ярослав, он меня пригласил работать в церковь. Это было под семью замками, под семью запретами. Вот. Так как это был 80-й год, это времена Андропова, времена, когда выгоняли с института просто за совсем другое мышление. А если бы узнали в институте, в котором я учился, что я пишу иконы, это было, конечно, бы показовое, так сказать, вылучение из числа студентов. Вот. У нас был даже пароль в церкви, как меня оттуда открывать. Я работал там целыми ночами, целыми днями. Копировал, как раз копировал, учился в старого мастера, как делать. Вот это было общение через сотни лет с мастером. Вот, это было какое-то вдохновение, какое-то что-то такое, ну, не испытанное еще. Вот, ощущение совсем другого мира. Вот, даже раскрылись, как-то вот копировать, я помню, копировал в музее, это совсем другое. Вот, ходит публика, ходят туристы, а копировать в церкви, вот, это абсолютно противоположное состояние. Ты останавливаешься сам, вот, только с тем художником, который сделал всю церковь. Там есть его атмосфера, там присущ его дух. Он оставил свои работы живыми, они до сих пор, как говорят, вот, у них чувствуется это тепло, это какая-то энергетика опять-таки. Вот. И краски смешивать, рисовать форму, вот, искать цвет, вот, вникать в глубину, в технику самого мастера, это было очень-очень просто. Вот как раз благодаря тому, что оставался сам на сам, и никто не приходил. Это был состояние медитации почти, вот, когда все удавалось, когда ты входил в это состояние и работал, оставлялся в таком состоянии на долгое время. Вот. И благодаря этому священнику, отцу Ярославу, вот так и уже с 80-го года я работаю уже в таком направлении. Конечно, работа в институте дала свои результаты. Вот, теория искусства, теория цвета, вот, наука живописи все-таки.
Вот, это принесло свои плоды. Работа со студентами почти 10 лет. Вот, как раз много воспитанников сейчас работает и со мной, и в плане живописи, и в плане резьбы. Вот, закончил я художественный институт во Львове, Академии искусств, специальность интерьер и оборудование. Как раз профильные специальности, это было пластика у нас, работа с материалом, дерево. Вот, как раз и резьбу мы, конечно, также изучали. Скульптура, живопись, монументальная живопись. У нас интерьер. Интерьер как раз объединял все виды декоративного искусства. Вот и это как раз вылилось вот в результат такой. Думаю, что не зря потратил время на учебу в институте. Вот. Ребята мои с нашей бригады, так сказать, мои друзья, коллеги и воспитанники, вот, остались самые-самые те, кто борется за жизнь, самые-самые талантливые, самые упертые, вот, которые не хотят менять свой способ жизни, не видят себя в другом, видят себя вот в таком выражении, в таком творческом плане. Это ребята, фамилии которых я бы хотел назвать. Это опять-таки Владимир Кузьмич. Это Андрей Бойчук. Это Игорь Ершов, колоссальный мастер. Это Владимир Качковский. Игорь Дяків. И хотелось бы благодарить уже покойного Василия Бойчика, который пришел к нам в бригаду и практически у всех поставил на ноги в плане резьбы. Он также оставил свой колоссальный след в формировании нашей бригады. Вот. Василий Бойчук был проведным специалистом. Вот, и самые-самые сложные вещи он делал в Македонию, в македонский иконостас. 3 года у нас ушло также на македонский иконостас, почти такая же площадь, как и этого иконостаса в этой церкви, Малой Речки в Крыму. Вот, то же самое усердство, то же самое проблемы. И главное, что за время работы, за 10 лет, вот ядро коллектива у нас не поменялось. Ну вот и иконостас, у нас и создание иконостаса разделяется на какие-то свои этапы. Вот. Это, во-первых, нужно спроектировать иконостас. Этим делом, конечно, занимается Анатолий Васильевич Гайдамак. У него много идей интересных, очень интересных. И вот как раз вот такой крест, сама композиция иконостаса ему... Это уникальное явление. Вот, такой размах креста, такое заполнение алтарной части архитектуры. Это уникальное вообще явление. Я впервые вижу в таких масштабах. Вот, хотя приблизительно в Македонии, вот как раз в Болгарии, на Балканах, Югославии есть такой крест, резной крест в иконостасах, это традиционно. Но он очень-очень маленький и там так невзрачный, так сказать. Главный акцент был на сами иконы. А здесь как раз иконостас венчается таким расцветлым крестом. Это возрождение веры, я считаю, это символически. Так как у нас церковь была полностью практически истреблена, а большой вождь народов истребил почти 150 тысяч священников с 1917 года. Вот. Церковь как такова должна была уничтожена. Вот. Когда уничтожается церковь, уничтожается культура, уничтожается язык, тогда с народа ничего не остается, остается только какое-то стадо непонятных, как говорят сейчас политики, биомасса остается. Вот. И хорошо, что есть люди, которые сейчас возрождают церковь. А с возрождением церкви как раз и возрождается искусство. Вот, возрождается дух человека. Человек становится человеком, в конце концов. Вот. И у нас есть сейчас в таком виде иконостас, таким, к
крестом. Крест сделан весь из черешни и с дуба. Все залоченные вещи сделаны с липы. Вот. Я благодарен также своим ученицам, которые делали золочение целого иконостаса. Это три человека, три женщины, можно сказать, сделали этот иконостас. Это я очень благодарен Ирине Витович, которая больше всех сделала для этого иконостаса. Лесе Клинчак, вот, а также своей жене Людмиле, которая брала самые-самые такие сложные вещи, сложную резьбу. Это имеется центральная композиция. Это царские врата, вот, несколько кронштейнов. Вот. Также, девчонки, если можно, наша женская часть коллектива позолотила всю церковь. Это все делалось женскими руками. Вот. Это более 80 квадратных метров золота сусального положено на интерьерную часть. И на фасадах тоже то же самое. Это все делали женские руки. У нас мужчин как-то не приживается кладка золота, вот, потому что это очень-очень тонкая работа, тонкая техника. Вот, это лапки, это острые ножи, вот, это тонкое чувство. Присущи более всего женщинам, чем, ну, мужчины грубоваче, грубее немножко. Так что я благодарен этим девушкам, женщинам, которые сделали также такую колоссальную работу. Тоже они с нами работали уже почти 3 года. Людмила работает со мной больше 10 лет в этом плане. Вот. Но специалисты хорошие, вот, очень хорошо уже могут делать самые-самые сложные, самые ответственные вещи. За иконостасом у нас размещена алтарная часть. Вот. На алтарной части в апсиде, в алтарной части в апсиде написана композиция «Евхаристия». Вот. Это богословы, вот, значит, идут к жертовнику со святыми письмами, с писанием, вернее. Вот, и над Евхаристией размещены архангел Гавриил, архангел Михаил, который подпирает икону знамения. Вот, икона знамения написана мной, вот, писалась почти 3 месяца, очень сложная работа, она со всех сторон почти, это в сферической поверхности, вот, сложно было с размещением композиции, ну, немножко приходилось изменять картоны, которые давал Гайдамака, вот, полностью нужно было выбрать цветовое решение, вот, все-таки решили сделать фон золотым, хотя сперва были совсем другие планы. Вот, фон должен был быть с серафимами, там, вот, какой-то охристый, но я решил все-таки, чтобы было свечение. Свечение, свет, исходящий из-за иконостаса, исходящий из-за престола. Вот, тем более он подкрепляется, сама икона подкрепляется большущим Христом, который врезан в стене. Вот, это окно, крест-окно, которое вырезано в восточной части апсиды, ну, в апсиде, в восточной части храма. Вот, оттуда с утра всегда струится свет. Вот, солнце прорывается, первые лучи прорываются сквозь этот крест. Это как очищение, можно сказать, света
потом прорывается свет сквозь иконостас, сквозь царские врата, сквозь крест, который есть, значит, в иконостасе. Опять-таки, вот, насколько вот интересная такая получилась ситуация. И вот эти лучи вот освещают храм и попадают на престол, а дальше на тетрапод, на икону святого Николая, вот, на центре храма. Вот. Значит, в центре храма стоит также тетрапод. Вот это также мне довелось придумывать композицию его, архитектурную часть, так сказать. Вот. Тоже что-то хотелось оригинальное придумать. Вот. Он также сделан, исполнен в двух материалах, это черешня и дуб. Вот. Делал этот тетрапод один художник, резчик Игорь Дякив. Он сделал и столярные работы, и резьбу, так как он полностью также проникся этим престолом. И мне довелось только постоянно, значит, консультировать, как делать резьбу, вот, как сделать картоны для резьбы. Вот, значит, у нас в основе тетрапода это стол, который крышку имеет под углом немножко. В основе, значит, четырехугольник, который по краях декорирован такими вазочками с крестиками. В центре этого четырехугольника своеобразной формы круглая форма, сквозная резьба в черешне с символами Иисуса Христа. Вот. Дальше по краях от символов с четырех сторон серафимы, шестикрылые серафимы оберегают эти надписи. И венчает крышка, значит, этот круглый ствол такой, он диаметра около 60 сантиметров. Черешневый, из черешни это ствол, он накрывается крышкой под углом. Вот. Ну, что бы еще хотелось сказать? Я также хотел поблагодарить, так сказать, свою правую руку, вот, по живописи. Это Степан Асташа. Вот. Как в анекдоте о двух украинцах. Говорят, какую компанию вы представляете? Отвечает, я представляю компанию с кумом. Вот как раз получилось так, что Степан Асташа крестный моего сына второго. Это самый надежный мой помощник, самый надежный мой компаньон по работе. Он сделал много работы, он в частности сделал основную работу по апсиде. Это его 12 апостолов, значит. Его Гавриил и Михаил, он это сделал в кратчайшие сроки. Вот. Он также много сделал для купола. Вот. Он также сделал евангелистов Луку и Матвея. Вот. Его работы есть и в создании серафимов. Вот. Много картонов он сделал. Вот, разрабатывал и в цвете, и композиционно кое-что менял. Вот, он очень хороший специалист, и сейчас как раз приезжает, будет переписывать Страшный суд, кое-что дописывать, опять-таки, как снялись леса, вылезли белые пятна. Вот, нужно переписывать композицию 12 апостолов. Это неотъемлемая моя часть композиции «Страшный суд». Вот 12 апостолов и, значит, Иисус Христос на престоле, Матерь Божия и Иоанн Предтеча. Это нужно собирать, вот, дописывать, декорировать и подводить, так сказать, под единый знаменник. Под один стиль.
Ну, дальше хотелось бы отметить еще одного художника, Ивана Цапяка. Этот молодой художник окончил Львовскую академию искусств. Вот. Он, его, в частности, композиции больше всего он написал «Воинов». Вот, также полностью переписал Ноя, страшный потоп и выход из ковчега. Это две его композиции переписаны по картонах Гайдамак и по предварительным росписям романа Селивачева из Киева. Вот, роман сделал хорошие композиции, но опять-таки он уехал, когда сняли леса, опять открылись какие-то, ну, какие-то совсем другое восприятие. Вот когда снимаются леса, так за лесами не видно, вроде все хорошо, а вот сняли, открылся храм, открылся купол, и композиция получилась ненасыщенной, недоделанной. Иван вот Цапяк переделал многое. Вот, и храм совсем по-другому сейчас смотрится, совсем по-другому, более гармонично. Вот. Это талантливый художник, вот, ищет постоянно себя, постоянно ищет новые композиции, работает творчески, принимает участие в выставках разных. Вот, приятный человек. Вообще команда очень хорошая, вот, и в таком альянсе, как мы работаем, вот, с такой головой, как Анатолий Васильевич, нам, я считаю, что нам очень повезло, что мы имеем возможность работать в этом храме. Вот, и работать с такими людьми, как с такими меценатами, вот, какими является Лебедев, как и его команда. Вот. Окромя иконостаса, окромя, значит, живописи, мы также сделали и резные двери. Это трое входных дверей. Вот. Все разные композиции. Вот. Также делал эту дверь, резал Владимир Кузьмич. Вот. И Игорь Ершов, и Игорь Дякин. Трое мастеров делали резьбу. Фирма Кала Семенофранковская делала обвязку дверей. Вот, чтобы у нас чисто технологически все было, так сказать, на самом высшем уровне. Они сделали эту работу очень четко, хорошо. Вот. Работал по дверям, работали хорошие специалисты. Вот. Стекло, витражи в дверь вставил мастер-витражист Юра со Львова, уже забыл фамилию, сколько художников у нас работает, вылетело.